27 декабря в России отмечают свой праздник спасатели. В этот день лучших представителей профессии поздравил глава Серпухова Дмитрий Жариков. Торжественная часть прошла в 6-й пожарной части 29-го отряда ФПС по Московской области. Предотвращение, спасение, помощь. Всего три слова определяют главную суть деятельности спасателей. Иногда ценой собственной жизни. Глава Серпухова Дмитрий Жариков вместе с руководством Серпуховского пожарно-спасательного гарнизона почтил память пожарных, погибших при исполнении служебного долга, возложением цветов. Представители всех подразделений поздравили с профессиональным праздником. За каждым из вас десятки, за кем-то, может быть, и сотни спасенных человеческих жизней, это еще раз свидетельствует о вашем высоком профессиональном мастерстве, личном мужестве, за что, конечно же, я сегодня говорю всем вам спасибо. Мне сегодня отрадно в этом зале видеть сотрудников, работников муниципальных учреждений и видеть, какой сегодня единой сплоченной командой мы, я говорю мы, это город Серпухов, сегодня стоим на защите интересов наших жителей. Успешная работа спасателей зависит от профессионализма и личного мужества каждого члена команды. За предотвращение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций более 20 сотрудников 29-го отряда ФПС, муниципальной аварийно-спасательной службы «Юпитер», оперативной службы вызова 112 и Мособлпошспаса награждены благодарственными письмами губернатора Московской области и муниципальными наградами. Начальник караула 34-й пожарной части награжден медалью «Заслуженный пожарный Московской области». Спасенным за время службы давно потерял счет. Сколько вы спасли людей? Ну, очень много. Как бы невозможно было посчитать за 30 лет. Руководство Московской областной противопожарно-спасательной службы отметило работу администрации городского округа. За высокий уровень организации работы по обеспечению безопасности населения благодарственным письмом отмечен глава Серпухова Дмитрий Жариков. Заместитель главы администрации Андрей Севрюгин награжден знаком за заслуги.